Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Серёга Хелье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа, потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить ненавистную игру под названием I Hate This Game. И давайте, брочеёк, за вас. Поехали дальше. А, так, у нас обычные уровни, мы остановились на уровне, под названием, под номером 33. Скопируй мою любимую фразу. Именно вот это мы должны с вами тут сделать. И, в общем-то, я почитал ваши комментарии. Люди предложили такую штуку, что нам просто нужно с буфером обмена поиграть. А точнее сделать следующее. Итак, мы заходим в блокнот и пишем, например, I hate this game. И копируем это. Только что я скопировал Ctrl-C. Да, вот видите, все. Все работает. Ну-ка. О, вуаля, да, и она открылась. Замечательно, ребята, вы были правы. Молодцы, супер-пупер. Итак, фазы луны. 1, 2 и 3. Ну, вот это, наверное, третье. Нет, ну сейчас. Так, третье. Вторая. Это первая? Нет, или это вторая, и это первая? Нет, в смысле? А, тут день, ого. Ага, ебать, так, подождите, стоп. Это... Так, а где черт? Так, подождите. Так, стоп. Значит, сначала все черное. Так, она... Так, вторая. Так, тут... Тут, наверное, третья уже на самом деле. Хотя, нет, с этой стороны черная. Так, значит, так, ребят, я тут нарандомил более простую версию. И давайте попробуем с нее. Здесь полная. Значит, если это единица, например, да, то это восьмая. Нет, то есть это единица, а это, значит, наверное, восьмые. Нет? Так, стоп. Это же начало, ну, то есть полное, да, это начало. Значит, если это не восьмое, то... Ага, во, пятая, один. Методом, так сказать, логического тыка. Если так можно выразиться. Так, нажми вовремя. Ага, ого, нифига себе, чисто на реакцию. Так. Все, замечательно, прошел. Идеальное что? Падение мы с вами открыли. Ачивку. Невидимый путь. Говорящее название, где же он? Ага, вот я тут, топ, я тут вижу. Тихо. Ах, там была яма. В конце. А, и тут яма. Там не одна яма, я вам скажу. Да. Ой, так понятно. Как-то я забирался здесь. Ага. Так, яма. Да, ну давай, прыгай. Господи, я правда ненавижу эту игру уже. Вот так вот. Я не знаю, как там должно было быть. Ну, вот так вот. Я нашел самую высокую точку и... прыгнул. Инверсия. Так, получается, да, инверсия, если так. Да. Так, а тут у нас... Так. Так, ребята, кажется, понял свою ошибку только что. Нам нужно... Я решил почему-то в столбик делать, ну, вы понимаете, да? А тут надо, ну, друг напротив друга, поэтому квадраты в каждом ряду есть черные. Понимаете, да, о чем я? Поэтому попробуем инвентировать, исходя из этого. То есть вот инверсия этого квадрата. Теперь нужно сделать инверсию этого квадрата. То есть, две вверх, одна вниз. Так, и вот тут... Вот, все, видите, все отлично, полная инверсия. То есть... Вот как это должно было работать, бог ты мой. А я почему-то столбик, вот это моя проблема. Я часто сначала неправильно смотрю. Отзеркаливание, И чего? И чё, не понял, чё? В чём прикол-то? Ого, ёпа! Чего? Ебать, я ничего не... Так, еще раз, чего? Цикло? Чего? А, чё? Двуглазый цикл... Ясно. Просто прошли. Зомбоящик. Нажмите Е, чтобы смотреть телек. Не нажимать. А я нажму. А них не нажимается-то один хер. Выключи. Ноль.
тогда, может быть, надо найти канал с открытой дверью? Ого! О, это, кстати говоря, отсылочка к игре одной из. Я ее видел как-то. Так. Какой-то детектив. Котики. 13. Плохой канал. Здесь должны быть два скелета, но сейчас они ушли, чтобы не нарушать авторские права. Отсылочка к Undertale. Ну-ка. Чё, просто музыкальный канал? Всё. Куча точек. О, это тоже что-то знакомое. Или мне кажется, мелодия что-то напомнила. Хорошо. Так. Так, на 40-м канале телек... И что? Так. Я... Опа, я выбрал... Мы прошли! О, все три брата, мы спасли их! Блин, вот это, конечно, загадки сзади. Приветик. Здоровенький булы. Не знаю вообще, что мы делаем-то и зачем. Это снова ты? Да, и мы прошли? Да. Безумие творится. Взломай систему. Нажми, чтобы включить комп. C, user, user. Start system. Что бы я ни нажимал, мы делаем start system. Хакер. Видите, я взламываю. Прям как в фильмах крутых, да? А, чего? Так, стопы, я что-то перенаписал. Секундочку. Так, надо аккуратненько, там потом что-то выйдет, из-за чего я... А, я, наверное, случайно R нажал. Вот что произошло. На клавиатуре. Доступ получен. Ну ладно, прикольно чего. Так, спрячь меня. Зачем? Кто хоть... А, мы должны спрятаться. Мы должны спрятаться. Где нам спрятаться? Здесь. Чем не прятки? Может быть, внизу спрятаться? Нет. Прячь меня, где-то, наверное, есть какой-то, не знаю, секретная лазейка. В стене нет. Ну, может быть, так спрячем нас? Нет. Спрячь меня. Может быть, надо игру свернуть? Да, ребят, офигеть! Это работает! Так, еще раз. Отлично! Да. Суммируй лампочки. А чё это они передвигают? Ой, чего? 1, 2 и 3. Они все горят. Так, постойте-ка, что-то непонятно. А, тут как-то они по проводам, что ли, идут, да? 1, 2. Да ладно, что-то жестко, подождите. Так, ребят, я перезапустил, и походу я понял, почему горят лампочки. Нас заставляют считать те лампочки, которые мы зажгли. Вроде как. Поэтому, да, они же зажигают 3 раза, и давайте попробуем еще раз. Итак, 5, 9. Так, 3, 6. И 5. Да, отлично. Вот, оказывается, все гораздо проще, чем что-то высчитывать по проводам и так далее. Слишком плохое качество. Лол, блядь, вы серьезно нахер? Я что и тут делать должен? Я даже... Я так даже управлять собой не могу. И чего, может быть, плюс понажимать, нет?
Что сделать-то? Куплю. Чего-то ни хрена. Выход нет. Я не могу, я даже собой не управляю. Ёб твою мать, ебать колотить, что за говно? А кто-то ведь так и играет в игры. Отсюда ничего нельзя и активировать. Ха! Что за... Ну-ка, может быть... Так, я... Лол! Лол! Лол, я... У нас и правда плохое качество. Может быть, надо через настройки реально все поправить? А не, он даже дальше не хочет ничего делать, блядь! Игра как будто не играет. Итак, из-за того, что у меня просто игра перестала функционировать как-то, мне пришлось ее перезапустить, но у нас здесь все равно плохое качество. Единственное, что мне пришло в голову, это в нас... Да, а почему и... Лол, просто... Просто охренеть! Ну, чем в настройках изменить качество. Хотя, честно говоря, я не помню, где оно там, но оно появилось и исчезло. Лады, 46-й. А, то есть, нет, мы не прошли. Так, тогда вот так, так, так. Ну и чё, и как бы... Теперь в HD. Ну, просто замечательно. А то вообще ничего не было понятно. Прыжок. Да ладно, неужели тут просто perfect frame прыжок? Да... А, его... Лол, прыжка... Что? А, мы мышка... Блин. Я понял, все. У нас прыжок отключили, кто не понял. Летающие блоки. Как будто бы это проблема. А, ого, мы их типа можем... Ну вы поняли, да? Мы их можем останавливать. Сейчас будем как-то по ним попрыгивать. Я могу мышкой их... Нет, мы мышкой не могу. Нет, блоки, ну подождите. Это, кстати говоря, будет сложно что-то, мне кажется. Да, это будет сложно, точно. Точно вам говорю, это будет сложно. Так, у меня появился блок, на который я даже встать не могу. Как-то вот... Так, аккуратно. Блять. А, во, мы можем как делать, то есть они продолжают сразу лететь и... Сейчас будем их сбивать, не знаю, пытаться прыгать, блять, по ним. Ж придумают хуйню на постном масле. Решай потом. И дверь еще так, дразнит. Так. Ща, аккуратно. Вот этим кубиком воспользуемся. Так. Нет! Не, а, да на него хрен отпрыгнешь-то, блин! Да, кстати, от него не отпрыгнешь. Может быть, нам надо построить что-то? С ума твою мать сойти, ну ж. Ебать, блять, и чё, как проходить-то эту херню? А, ну вы, да ладно! О! Ну это было запланированное, сначала типа поддался игре. Поехали. Вам, чего она делает? Что там, лазер какой-то стреляет? Ебать! Так, и чего? Мы теперь падаем вниз, да? А, секретный уровень суперхейтер. Я случайно секретный уровень только что прошу. Вот так вот, не захочешь и случайно секретный уровень найдешь. Ничего не поделать. Ого, блин. Во! Нифига себе, случайно упал на эту штуку и готово. Покрути что-нибудь. Вот это. Ну а покрутить что-нибудь? Мышку могу покрутить. Вот эту штуку покрутить не могу.
Что мы покрутить-то можем? Клавиатуре что-нибудь покрутить? Звук? Нет? Вот, и что крутить? Что крутить-то? Покрути что-нибудь. Покрути, может быть, рукой покрутить? Чашку покрутить? Могу. Что мы должны сделать? Что крутить? Что? А, о, колесико мышки крутить! Ого! Смотрите, какие мы... О! Офигеть! Блин, какая же эта игра креативная! Слушай внимательно! Что? Six. Что? А, да мы должны запомнить, что ли? А сверху, да, наверное, сейчас? Нормально, все. Серега знает английский, Серега все сделал. Внимательно слушали, как и написали. Так, четность. Так. Отлично, все. Так, и как мы перепрыгнуть должны? Мы можем подвинуть, да. Да, ох, твою мать. Так, ребята, несколько раз ты сделал, но только сейчас подумал, что надо сразу пробежать к двери и потом уже решать это дерьмо. А, гандон. Слишком рано. Ясно. Нам надо в 12 ровно. Ей, бабах. Мы его, кстати говоря, не убили, пожалели пацана. Ой, да ладно, надо будет перевести, что ли, это, из азбуки Морзе? Итак, ребят, вы не поверите, но мне действительно пришлось открыть азбуку Морзе, и сейчас, руководствуясь ей, мы узнаем код. Как вы видите, вот здесь все обозначения. Поехали заполнять. Итак, мой код получился 609, если верить азбуке Морзе, да, и она абсолютно не наврала. Запомни. Ладно. Вспоминай. А, мы должны на них запрыгнуть. Я думал, мы их располагать будем. Как-то, знаете, кликать, ясно? Я понял. Понятно. Плохо я запоминаю. А вот здесь, хорошо. Так, алфавит. 08, 01, 20, 05. Так, алфавит у нас английский тут. Я тут подумал, что мысли немножко не в том направлении, поэтому, поскольку там написано алфавит, возможно, цифры — это обозначение очередности букв в английском алфавите, так что сейчас будем заполнять. Отлично, ребят! О! Я убил тебя! Я выполнил и убил тебя! Отлично! Хейт! На самом деле еще и слово было. Могли бы догадаться, в принципе, по названию игры. Поехали дальше. Ла-ла-ла. Набери 80 очков. Что? Нажми Е, чтобы танцевать. А, понятно. Так это отстой, да, ну я отстой, что делать-то, ёб твою мать. Понеслась. Е-е, минус 6 счет, это для меня. Минус счет, да. Да-да-да. Да-да-да. Блять, это очень сложно, пиздец. Они из-за того, что сраный экран туды-сюды херачит. 80 очков набрать надо, ёб твою мать, а. Еще у нас снимают очки, главное. И дают только за два попадания, по-моему, да? А чё не дают-то нам очки, ёб твою мать? Мы же хуярим, как боги. Ты проиграл. Ебать, да у нас еще и поп... Итак, я тут кое-что покумекал и подумал, почему этот уровень такой сложный? Я пытался пройти его очень много раз, и у меня не получалось, из-за того, что все какое-то быстрое. И потом меня осенило, а не проблема ли в том, что у меня высокая герцовка монитора? Вы знаете, в некоторых играх, когда у вас высокое количество герц и FPS, игра, она ускоряется. Знаете такую проблему? У нас уже была, на самом деле, она, по-моему, в Дельтаруне.
Помните? Из того, что у меня 240 Гц. И я сейчас сбросил свою герцовку на 60. И посмотрите, что получилось с этим уровнем. Смотрите. Смотрите, смотрите. Вау! Как сложно! Просто с ума сойти! О, какой сложный уровень! Весело, да, ребята? Офигеть! Я столько времени просрал на то, чтобы мы прошли это говно. И один раз мне почти удалось. Но... Да, так-то, конечно, проще простого. Музон классный. И танцуем мы потрясно, просто вверх-вниз. Зажигай, неплохо, да, спасибо большое. Я могу, могу и зажигаю. Уже половину сделали. Да. Проще простого. Уже 67-68. Осталось чуть-чуть. Наверняка здесь можно получить ачивку за идеальное прохождение. Ну, типа, если вы ни разу не ошибетесь. И наберете там 100 очков, например. Все, ты неплохой танцор. Ну, конечно. Интересно, а какие уровни у нас еще из-за того, что у меня герцовка была высокая, а были на самом деле сложнее? Открывается сегодня в 21.00. Но здесь на самом деле очень просто. Нам, скорее всего, придется поменять Windows время на 9 часов вечера. Что я сейчас и сделаю. По крайней мере, попробую. Так, настройка даты и времени. Отключить. Изменить время. 21.00. Изменить. Посмотрим. Вуаля, открыто, добро пожаловать. Проще простого. 1, 2, 2, 1, 1. И чего? А, все, это... Это последовательность, с которой мы должны нажимать кнопку. Так, 1, 2, 2, 1. Готово. Только в прыжке. А, мы можем передвигаться только в прыжке. Вот, вот в чем суть. Мы вообще не можем бегать. Боже, ну и геморрой. Хотя, не сказать прям, что супер геморрой, но... Готово. TheBestGameHaterSobakaGmail.com. На этом мы, наверное, остановимся, ребята. Ну и по маленькой традиции, пишите, как решить уровень 61. Да, вот что мы должны здесь сделать. Напишите, пожалуйста, и я потом вас проверю. Спасибо большое за то, что смотрели все эти мучения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии под видео. С удовольствием их почитаю. Ну и также не забывайте, конечно же, просто кушать, пить, какать, писать. Это очень важно. И, конечно, переходить на Twitch канал. Да, ссылка на него в описании под видео, если хотите вместе со мной поболтать в прямом эфире. Все, всем пока!